такими вот добрыми вечерами мы прогуливаемся по нашей центральной улице Покровской. Хочу заметить, здесь очень много огней, все красиво, все неотразимо. Баночка доктора Пеппера со мной. И вообще вечер великолепен и прекрасен. В лучах того, что ты гуляешь по Покровской, ты можешь найти много интересного, осмотреться по сторонам. Прилипнуть своим взглядом к чему-нибудь вдали. Увидеть, может быть, даже то, что другие не видят в такое время суток. И вообще, я считаю, что наш город, он очень такой знаковый, потому что я его считаю Grand Capital of KGB. KGB. Вот. И хочу сказать, что очень люблю свой город и всегда находился в хорошем смысле слова позитивным человеком и деятелем этого города, нежели некоторые другие отстающие. Там Минина. По другую сторону открываются просторы Горького. Здесь вот Ломачевский университет. Весь университет здесь находился раньше. Сейчас здесь только отдельные факультеты. И вообще, то есть, кто любит наш город, тот, несомненно, будет всегда чувствовать себя жителем именно этого города и думать о том, что будет в будущем еще лучше и, самое главное, нужнее. Так вот, наш город, он вообще великий город, потому что я его люблю, мои друзья его любят, близкие, все его любят. В этом городе теряется и время, и пространство, и вообще в городе становится до жути приятно находиться.